Родственники и друзья заключенных начали собираться у третьей колонии еще утром. Информация поступила следующая, что сегодня там какие-то начались беспорядки. И в связи с этим едет ОМОН в большом количестве. Вот, то есть мы сами засняли на телефон. Приехал два автобуса с ОМОНом, потом приехала «Газель», то ли спецназ, то ли «Совр», потом еще УАЗик такой же приехал. И приехала небольшая машина, там эти в масках люди вышли. Все ли в порядке с родными, что происходит внутри колонии? По словам родственников осужденных, сотрудники исправительного учреждения отказались с ними общаться и никакой информации не давали. Администрация закрылась, на все вопросы, на наши никто ничто не отвечает, что происходит, мы ответа не получаем. Мы переживаем за наших родственников. То есть сейчас может дойти до крови, то есть может быть людей забьют просто до смерти, что-то такое произойдет. Прояснить хоть как-то сложившуюся ситуацию родственники и близкие осужденных пытались всяческими способами. Вот полперва поступила информация, что у них там внутри один барак уже избили, то есть должны привезти два автобуса ОМОН. В момент работы нашей съемочной группы к колонии подъехал еще несколько автобусов с представителями силовых структур. Юлия Лаптева, Константин Белов. Наше время.